Ассаламу алейкум, вы на канале Шойса Давлатова, турецкие и дубайские платья мы продаем. Хочу сказать то, что мы получили только что вот новый товар, очень многие ждали с Дубая, сейчас будем распаковывать и обязательно покажем все модели, которые мы получили. Ну что, погнали? Ой-ой-ой, смотрите, я не могу сдержаться. Сразу также сперва хочу горячую вам показать именно этот модель. Смотрите, насколько она шикарная. Это просто бомбезные. Мы давайте пока что вот сюда вот так поставим именно этот модель. Тут можно также пока что вот так, чтобы было. Остальные давайте покажу также с другого цвета, именно с этих моделей. Многие уже понимают, это что за модель тут. Убираем. Ребята, пока я это все распаковываю, кто не подписан, обязательно подпишитесь, сделайте эту кнопку красной там внизу серой и также поставьте лайк. Для вас это просто, а для нас это приятно и также это мотивирует дальше снимать такие ролики, также заказывать шикарные модели. Очень хорошо они упакованы, чтобы все-таки, пока это все перевозят, мало ли что может произойти. Ну вот, сейчас будем это все уже распаковывать и также будем вот на этом красавица наша манекен. Тут уже будем показывать, как они выглядят в полный рост. И, конечно же, вы это все прямо сейчас увидите. Поэтому кто хочет приехать к нам, наш адрес — метро Таганская, Гончарная улица, 38, Москва. Поэтому погнали, приятного просмотра. Дорогие наши покупатели, смотрите, это первый вариант, который мы из тех моделей, которые дубайские мы получили. Производитель Дубай, насколько она шикарная. Также можно носить без пояса, можно сказать. Давайте я уберу, покажу, как оно без пояса. Смотрите, какой шикарный. Также тут идет шарф. Это все сделано вручную работу. Это вся ручная работа. Посмотрите здесь. Тут в резиночке. Также очень удобная. Давайте сзади покажу. Сзади очень скромно. Смотрите, как выглядит. Давайте также покажу вот эту шикарную модель. Чтобы вы понимали, это все сделано вручную. Смотрите на эту модель. Королевский бархат. Очень шикарно. Вот это все полностью переливается. Давайте я сниму сзади. Также покажу, как будет без пояса. Смотрите на рукав. Покажу сейчас сзади. Смотрите, как выглядит сзади. Сзади точно так же, как спереди, все красиво. Вся эта ручная работа. Также есть шарф. Очень все шикарно выглядит. Также давайте смотрите, очень шикарная модель 3D. Давайте примерим. Смотрите на эту модель.
Также тут в шарфе есть 3D цветок. Также это убираем, показываем спереди. Также в рукаве есть резинка. Очень приятная. Давайте покажу сзади. Вот так выглядит сзади. Посмотрите на эту модель. Абая, тройка. Смотрите, насколько очень шикарная модель. Также вверх можно с другими платьями тоже носить, потому что здесь абая тоже тройка. Также идет шарф. Давайте сзади покажу. Смотрите, именно с этого есть еще такого цвета. Очень шикарно выглядит. Тоже тройка. Давайте тоже сзади. Вот так выглядит. Есть такой вариант. Сейчас примерим, посмотрим. Модель очень шикарная, называется тюльпан. Также тройка, давайте. В резиночке. Очень шикарная модель. Эти модели есть также в платье. Если это у нас абая тройка идет, тут просто платье идет, получается, с шарфом. Это двойка. Вот сзади вот так выглядит. Также идет ремень, пояс. Это платье. По бокам есть такой отрез. Также давайте снимем пояс, посмотрим, как без пояса будет. Рука. Тоже ручная работа. Смотрите, какой шикарный модель. Давайте снимем. Рукав свободный. Смотрите, вот здесь. Оно идет свободное полностью. Также очень шикарная модель. Все вот этим, всем вот эти модели есть в наличии. Посмотрите также сзади. Многие уже из этих размеров, уже люди, которые заказывали, ждали, уже мы отправили.
поэтому торопитесь, заказывайте свои размеры. Сейчас покажу еще один шикарный модель. Смотрите на это. Вот это все. Вся вот эта ручная работа. Также идет шарф в комплекте. Давайте примерим. Этот модель очень шикарно выглядит, как с поясом, так же без пояса. Очень приятно на ощупь и также в резиночке. Полностью однотонная, сзади тоже. Вот так выглядит. Вот эту модель очень многие спрашивали, ждали. Также все эти модели получили только сегодня. Вот прям полчаса назад мы получили. Очень многие ждали. Конечно же, мы будем сегодня все модели собирать, также отправлять всем нашим покупателям, клиентам, которые уже заказали и ждут именно этот модель. Смотрите, что за модель. Очень многие за этим моделем прям следят и прям постоянно спрашивают, когда вы получите. Наконец-то мы вот получили все заказы, которые вы подавали, ждали. Спасибо вам за терпение. Этот модель просто шикарен. Рукава очень такие свободные. Также здесь ручная работа вся. Смотрите, как спереди выглядит. Давайте чуть поправлю. Смотрите на ощупь, какая она мягкая. Вы видите? Это просто шикарен. Давайте сзади покажу. Также сзади она полностью однотонная, без лишних каких-то моментов, без каких-либо рисунок, каких-то ручных работ. Просто насколько она прям скромная и очень шикарно выглядит. Все размеры есть, заказывайте. Ждем ваших заказов. Также вы можете приехать к нам в магазин, также примерить и потом уже дальше подать или заказ, или также купить и забрать. Дорогие наши подписчики, покупатели, хочу сказать то, что у нас есть новость по поводу 14 декабря. Тут закрываемся и открываемся в торговом центре Таганка, новый магазин. И это находится напротив метро Марксистская. Также через дорогу у нас Таганская кольцевая. И, в принципе, будет очень удобно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Хорошего дня!